Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Для изменения обоя на телефоне Motorola Moto Z3 Play вам нужно найти любое пустое место на рабочем столе, вот у меня этот квадрат, к примеру, и нажать на пустое место и удерживать. Затем выбрать пункт обои и выбрать один из трех пунктов. Я же вам советую выбрать третий самый пункт. Нажимаем только сейчас, внимание, только сейчас. И вы ищете те обои, которые вам нравятся из доступных. Предоставляете доступ для того, чтобы было видно, были фотографии, которые есть у вас в галерее, да, то есть чтобы можно было выбирать картинки, либо же те, которые стандартные, вот предустановленные, либо же из галереи. Ну давайте выберем пункт пейзажи и смотрим, что у нас, какие пейзажи у нас здесь есть. Они здесь обновляются очень часто, практически каждый день добавляются новые картинки, поэтому скучать вам не придется. Нажимаем «Установить как обои» и здесь выбираем. На главный экран ставим эти обои, на заблокированный экран, либо же на оба экрана. Давайте эти обои поставим на заблокированный экран. Видим, что здесь обои не поменялись, но на заблокированном экране обои уже будут стоять другие однозначно. Вот. Видите, что у нас здесь обои поменялись. Итак, сейчас я покажу, как изменить обои вот эти вот. Опять-таки, нажимаем, удерживаем в пустом месте, выбираем обои, выбираем вот эти вот обои, да, только сейчас. И ищем, давайте выберем какие-то фото земли для главного экрана. Видим какую-то красивую картинку, вот такая, допустим, ну, мне, во всяком случае, она нравится. Нажимаем «Установить как обои» на главный экран. И видим, что на рабочем столе обои тоже изменились. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.